Тысячи людей разного цвета кожи собрались на демонстрацию в центре Вашингтона, чтобы выразить протест против действий полиции, от рук которой в последние недели погибли несколько афроамериканцев. Марш от Белого дома к Конгрессу США был организован рядом правозащитных организаций. Их представители на митинге требовали реформы правоохранительной системы Америки. «Мы собрались здесь из всех уголков страны, чтобы встать рядом с семьями, которые потеряли дорогих им невинных людей, ставших жертвами насилия и жестокости. Мы собрались здесь, чтобы призвать правительство Соединенных Штатов выполнять свой долг, сделать так, чтобы Конституция была одинаковой для каждого американца, будь он черный, белый, желтый или краснокожий». Многие участники акции протеста держали в руках плакаты, на которых было написано «Жизни черных тоже что-то значат». А вот что они заявили корреспонденту Евроньюз. «В этой стране я чувствую себя как в осаде. Безоружных людей здесь убивают на улицах безо всякой на то причины. У всех в этой стране должны быть одинаковые возможности. Сейчас такого не происходит. Если вы черный или темнокожий, у вас нет в Америке таких же возможностей, как у белых». Крупная демонстрация проходит также в Нью-Йорке. «Мы видим Америку в ярости, Америку в страданиях. Люди чувствуют, что ситуация складывается не в их пользу. Они хотят, чтобы правоохранительная система не различала цветов. Но они также понимают, что до этого им предстоит пройти еще долгий путь». Штефан Гробер, Euronews, Вашингтон.